Российские банки примут на работу около 200 разработчиков в сфере криптовалют. Об этом сообщила на своей страничке в Фейсбуке руководитель консалтингового проекта «Антирабство» Алена Владимирская. Нанять специалистов должны в течение года, а на их обучение выделят миллиарды рублей. Помимо этого, HeadHunter пишет, что криптоиндустрия еще не признана легальной, а значит, работники этой отрасли не могут рассчитывать на социальные гарантии и белую зарплату. Поиск же работы усложняется неопытностью нанимателей, поэтому в криптоиндустрию проще войти, участвуя в хакатонах.